Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим закрытие петель с помощью иглы, но для декора мы будем использовать бусины. Приступаем! Мы работу закончили и хвостик нашей ниточки одели в иглу. Сам хвост должен быть где-то в 3 раза длиннее, чем ширина вашего полотна. Заводим иглу под 2 первые петли и подтягиваем нашу ниточку. Подтянули. Затем в обратном направлении вводим иглу в первую петлю и протягиваем нить. Первую петлю мы снимаем, мы ее закрыли. Снова завели иголочку под 2 петли и протянули нить. Теперь на иголочку нанизываем бусинку и подтягиваем ее к полотну. Подтянули. Заводим иглу в обратном направлении под первую петлю. Петлю закрыли, сняли. Снова завели иголочку под 2 петли и в обратном направлении под одну. Эту петлю мы закрываем без бусины, следующую с бусинкой. Теперь снова под 2 петли протянули, снова одеваем бусинку. Подтягиваем ее и вкалываем иголочку в обратном направлении в первую петлю. Петля закрыта, мы ее снимаем. Протягиваем под 2 петли и возвращаемся в обратном направлении, протягивая через первую. Петля снята без бусинки. Следующие. Две петли протянули и опять нанизываем бусинку. И в обратном направлении выводим иголочку в первую петлю. Петля закрыта. Продолжаем. Снова заводим иголочку по 2 петли. И в обратном направлении вкалываемся в первую петлю. Мы ее закрыли, сняли. Опять под 2 петли. Здесь у нас будет бусинка. Нанизываем. Подтянули. И в обратном направлении вкололись в первую петлю. Петлю сняли, снова 2, вернулись в обратном направлении в первую, петлю закрыли и вытянули ниточку в последнюю нашу петлю. У нас получился вот такой красивый край с бусинами. Я желаю вам творческих успехов!